утро, друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будут следующие Nike. Расцветочка Nike Air Max Bold. У меня эта модель есть уже на обзоре в двух цветах. В белом и в черном. Тут вот недавно пришли вот такие вот разноцветные пуфочки. Решил вам показать их. В принципе, очень симпатичная расцветка. Модно, стильно, молодежно. То есть тут идет два свуша, один розовый, другой синий. Сзади синий, вот такой вот поддержка задника на неопрене. И Air. Надпись Air. Как вы можете видеть, баллон здесь тоже вот такой вот салатовый внутри. Довольно-таки интересно сделано. Внешний вид очень-очень-очень такой подкупающий, презентабельный, так сказать. Симпатичные пуфочки. По составу у них что у нас тут? Смотрим состав. Верх синтетической кожи 59% и текстиль 41%. Подкладка 100% текстиль. Ценник у них сейчас 7800. Размер я взял 43. Ну, собственно, давайте посмотрим. Синтетическая кожа у нас используется в мыске. Вот эти части по бокам. Сзади используется неопрен. Вот эта часть выполнена из неопрена. Пластиковая вставка поддержки задника. Поддержки пятки, вот она. Вот это пластик. Подкладка текстиль. Текстиль 100%. Это хорошо, нога будет вентилироваться. Сетка здесь двойная, но посмотрим, как будет по вентиляции, когда померяю, сейчас поймем, так сразу ты не поймешь. Плюс этой модели, что все довольно-таки качественно проклеено, никаких дефектов и выпада клея я тут не наблюдаю. Вот так вот внешне можете сами присмотреться, никаких дефектов нету, все очень грамотно и качественно сделано. Вот такой вот цвет. Ну что, откалывать долгий ящик. Давайте мы их померим и посмотрим, как они будут смотреться на ноге. Расскажу вам о своих ощущениях и вообще, что я думаю вот именно об этой модельке. Итак, друзья, что я хотел бы отметить чисто для себя и заодно рассказать вам об этом. Данная модель маломерит, где-то буквально на полтора размера, поэтому если будете брать, берите на размер, может быть, даже на полтора больше. И еще минус, что здесь у нас язычок, он пришит, соответственно, как и у предыдущих моделей. Если у вас колодка широкая и широкий подъем высокий, то вам будет довольно-таки проблематично одеть эту модель. Вот, это тоже минус. По поводу цвета, что хочу сказать. Цвет классный, да, красивый. Есть люди, кто любит белый цвет. Я, допустим, не отношусь к таким людям. Я больше люблю черные цвета, черный цвет. Вот, хотя, есть люди, кому и разноцветная такая яркая расцветочка очень даже зайдет. Почему белый цвет? Для людей аккуратных, на самом деле. Вот. Те, кто носит обувь аккуратно, ухаживают за ней. Соответственно, так как они белые, они будут очень маркие. С
Стирать их можно будет, конечно же, да, в стиральной машинке без отжима, но уже, соответственно, обувь потеряет свой первозданный вид. Поэтому это тоже, на мой взгляд, и плюс, и одновременно и такой, и минус, как бы. Поэтому, но по 10-бальной шкале я бы дал им твердую семерочку. Чисто вот из-за внешнего вида и из-за удобства. Потому что баллон отрабатывает на ура, комфортные очень кроссовки. Единственный минус, что они рассчитаны еще тоже на среднюю и на узкую колодку. На широкую колодку сразу нужно будет брать на размер больше, сразу сходу. А так в целом модель-то достойная, ребят. Кому понравилось, приходите в магазин Спортмастер, меряйте и приобретайте ее. По поводу вентиляции, да, вентиляция чувствуется нормально. Двойная сетка, она отрабатывает свое. Очень даже неплохо. Вот, на сим буду с вами прощаться. Желаю вам счастья, добра и хорошего настроения. Носите красивую и удобную обувь, друзья. Всем весеннего настроения. Хотя на улице еще зима. Ладно, давайте, друзья. Всем пока.